Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Знакомиться с их автобиографией. Поль Хадоль, французский иллюстратор, рисовальщик-карикатурист. Родился в 1835 году. Сотрудничал с периодическими изданиями под псевдонимом Уайт. Но его путь к тому, чтобы стать известным иллюстратором, был не близким. Он начал свою карьеру скромным таможенником. Его творчество включало иллюстрацию романов, оформление театральных афиш и художественное воплощение сатирических сериалов, таких как «Актуальные события» и «Суверенный музей». В этих сериях он изображал политических правителей своего времени, с удовольствием принимая во внимание их действия и характер. Во время войны 1870 года он опубликовал «Императорский зоопарк», знаменитая работа, карикатуры, на которых головы членов опальной семьи Бонапарт и их заговорщиков были помещены на тела животных. Проявил свой талант иллюстратора, рисовальщика и карикатуриста и стал настоящим мастером визуальной сатиры. Ну вот так вкратце из переводной Википедии, из тех данных, которые мне удалось собрать, о французском иллюстраторе, рисовальщике и карикатуристе Поль Хадоль. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.